В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базаблук. Вітаю в студії проректора з медичної роботи Міжнародного гуманітарного університету, директора медичної клініки Міжнародного гуманітарного університету, представника від Української морської партії Сергія Васильовича Ківалова В'ячеслава Полясного. Добре. А також голову Альянсу захисту прав дітей, голову організації Центру захисту дітей, представника Української морської партії Сергія Ківалова Олену Самойлову. Вітаю вас. Добрий день. Будемо говорити про охорону дитинства, захист прав дітей та підписаний в минулий понеділок меморандум про співпрацю Альянсу захисту прав дітей та клініки Міжнародного гуманітарного університету. В'ячеславу Олексійовичу, розкажіть, будь ласка, про соціальні проекти, а саме безкоштовну медичну допомогу клініки Міжнародного гуманітарного університету, Центр протидії та боротьби з пандемією COVID-19, які створені з ініціативи лідера Української морської партії Сергія Васильовича Ківалова. Університетська клініка Міжнародного гуманітарного університету – це один із таких от больших проєктів, гуманітарних проєктів Сергія Васильовича Ківалова. И она изначально создавалась как исключительно как гуманитарный проект. И она нацелена на оказание медицинской помощи и сопровождение различных слоев населения, различных групп населения. Это и пенсионеры, это и дети-инвалиды, это и переселенцы. То есть все, которые мы сегодня постоянно обращаемся к этим, к различным слоям населения, да, для того, чтобы предложить им максимально возможную помощь. У членов Украинской морской партии Сергея Васильевича Ківалова дальняя история сотрудничества. Она у нас, вот Селена, тянется уже на протяжении больше 6 лет. Да, и у нас есть очень много там совместных успешных проектов по отстаиванию интересов и детей-инвалидов, и переселенцев, и как на уровне городской власти, и областной власти. И поэтому подписание этого меморандума, это было, в общем-то, в рамках нашей текущей работы естественным процессом. То есть многие общественные организации, которые шли в Альянс, они с нами подписали, и мы берем этих детей, там, этих граждан наших, переселенцев и других на медицинское обслуживание. Мы им даем больше, чем могут дать сегодня там, любое муниципальное медицинское образование. К примеру, в апреле месяце, когда, в общем-то, начались ограничительные мероприятия во всей стране, в Одессе по введение карантина и так далее, создалась очень парадоксальная и сложная ситуация. Люди практически потеряли возможность доступа к медицинской помощи. И только университетская клиника, да, по инициативе Сергея Васильевича Ківалова создала Центр противодействия коронавируса, который открыл двери, по сути, и начал принимать себе пенсионеров, инвалидов, да, жителей города и Одесской области, которые смогли получить там бесплатную медицинскую помощь и пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. По инициативе Сергея Васильевича Ківалова, да, за частные средства были закуплены более 15 тысяч тестов на тестирование на COVID-19. Город купил всего 5 тысяч тестов. Да, и мы, по сути, бесплатно провели и сейчас проводим эту работу. И у нас, ну, достаточно большой поток пенсионеров и инвалидов, которые, в общем-то, по необходимости получают медицинскую помощь. Ну, более подробно и глубоко расскажет о том, как мы сотрудничаем и о работе самого Альянса Елена, да, и расскажет, как мы вообще видим эту работу и куда мы дальше бежим для того, чтобы достичь. На чем еще хочу остановиться, это очень важно, чтобы различные социальные группы имели свое присутствие и могли лоббировать и оставить свои интересы в личных органах власти. Я это скажу из своего опыта по той простой причине, что когда есть представители, к примеру, там, афганцев, инвалидов, пенсионеров, детей-инвалидов и так далее на различных уровнях, в городском, в областном совете, то тогда появляются соответствующие социальные программы, которые действительно ощутимы для этих людей. Если этого нет, то всегда находится 28 причин, которые не позволяют перераспределить деньги на эти группы людей. И находятся более важные там какие-то, ну, такие, будем так сказать, шоу-проекты, которые могут замылить глаза там последующим горожанам. Так. Олена Анатоліївно, розкажіть, будь ласка, про Альянс захисту прав дітей, історію його створення та мету його функціонування. Общественный союз «Альянс по защите прав детей» на сегодняшний день насчитывает 19 общественных и благотворительных организаций,
занимающихся сферой детства в нашем регионе. Это различные направления, это организации, которые занимаются многодетными семьями, семьями с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, детьми-сиротами, организации, которые занимаются вопросами образования, внешкольного воспитания, организациями, которые занимаются вопросами переселенцев, семьями с детьми переселенцев, организации, которые занимаются детьми, которые с особыми потребностями. Поэтому мы охватываем фактически весь спектр детства и социально незащищенных слоев населения, которые связаны с детством. Так, тобто Альянс налічує 19 громадських організацій. От скажіть, яких саме він об'єднує і як ці організації взаємодіють між собою? Ну, я хочу сказать, что мы организовались в конце 2014 года, потому что каждая организация работала сама по себе и сталкивалась с какими-то трудностями, вызовами и препятствиями. И в конце года мы собрались и решили, что мы будем взаимодействовать для того, чтобы постараться защитить все группы населения в сфере детства. И в 2014 году мы подписали сначала общественный союз, это был меморандум, а потом мы вышли через год на ту потребность, что нам нужно сделать юридическое лицо, чтобы у нас была печать, подпись, и мы могли представлять. И мы создали общественный союз. Альянс по защите прав детей сегодня входит туда 19 организаций. Какими направлениями организации занимаются, я уже перечислила выше. На сегодняшний день хочу сказать, что это все действующие организации, активно действующие и в городе, и в области. И каждая организация имеет своих подопечных и тех граждан, которые они обслуживают и помогают. Так, Українська морська партія дійсно вміє об'єднувати ось таких громадських діячів. І, В'ячеслав Олексійович, питання до вас. Який саме меморандум було підписано між Альянсом захисту прав дітей та клінікою Міжнародного гуманітарного університету? Ну, я думаю, порядка 40% населення міста Одеси – це ті чи інші категорії людей, які нуждаються в определених условиях. Це пенсіонери, це інваліди, це... там люди с ограниченными какими-то возможностями, это переселенцы, то есть это большой-большой пласт людей, которые живут с нами в одном городе. И комфортная городская среда, да и вообще один из индикаторов развитого современного общества, да, цивилизованного общества, является о том, насколько комфортно этим людям проживать, насколько им доступны те же блага, которые должны быть доступны другим. К сожалению, сегодня элементы дискриминации и сегрегации по отношению к этим людям, они ярко выражены в нашей стране. Да, это касается всего. Это касается медицинской помощи, социального сопровождения, транспорт, доступ в театры, магазины и так далее. То есть, если посмотреть на наши города и посмотреть на города, которые там европейские, североамериканские, это две большие разницы. Вот. И вот для этого как раз нужно необходимое присутствие различных общественных организаций, которые отстаивают интересы этих групп в различных органах власти, в городском совете, в областном совете, уже в районном совете. Вот. И нам очень, наверное, ни одна политическая сила сегодня не может сказать, что она вокруг себя объединила практически всех представителей вот этих организаций, пенсионеров, инвалидов, переселенцев и так далее. И вот, причем это появилось не перед выборами, как я уже говорил, эта работа шла у нас системно на протяжении многих лет. И мы, когда формировали наших кандидатов в советы, мы как раз исходили из того, что должны там присутствовать люди, которые представляют интересы определенных групп. Вот эта вот политика как раз позволяет нам сегодня, опираясь на предыдущий опыт, представлять интерес. То есть мы не говорим, что нужно сделать. Мы создаем проект, это наша позиция, это наше такое кредо. Мы показываем его как успешный, и мы говорим, что мы его можем растиражировать и сделать успешным для всей территории, как города, так и области. А що входить в допомогу від клініки Міжнародного гуманітарного університету? Це безоплатні медичні допомоги, це обстеження, так? Да, все желающие, да, обслуживаться в нашей университетской клинике получают возможность
в рамках общенациональных решений сопровождения семейным врачом-терапевтом. Плюс ко всему мы еще безоплатно осуществляем там кардиологическое, вот, лоббируем интересы наших пациентов в различных диагностических центрах, в лечебных учреждениях. Стараемся для них получить бесплатно. Вы знаете, что в городе сегодня невозможно пройти бесплатно компьютерную томографию там, или другие обследования. То есть мы сопровождаем, мы даем такое медико-социальное сопровождение. И то есть ощущение комфорта и защищенности у нас в клинике, оно гораздо выше на порядок, чем это в других лечебных учреждениях. И именно для этих людей. С другой стороны, что очень важно, наши студенты-медики, которые работают в команде с нашими врачами, они, ну, по-другому смотрят вообще на пациентов, да, потому что они сталкиваются, ну, с очень сложными в социальном плане там, людьми, которым нужно помогать. Это, ну, очень сильно влияет на их духовность, моральность и так далее. Так. Олена Анатоліївна, що значить підписання меморандуму для Альянсу? Чи є вже першочергові запити? Можливо, допомога конкретним дітям, які, яку необхідно надати в першу чергу? Ну, мы очень рады этому событию, что мы подписали этот меморандум в понедельник. Было большинство организаций, входящих в Альянс. Мы обсудили это предложение. Все были рады этому предложению, потому что сегодня, как никогда, это вопрос стоит остро, да, медицинское обслуживание. Тем более у наших организаций много подопечных, которые социально уязвимые группы, и они часто не имеют хорошего медицинского обеспечения. И этот проект – это очень большой подарок, будем говорить так, нашему Альянсу и нашим подопечным Альянса. Теперь они смогут хорошо и качественно обслуживаться в клинике. Дійсно. В'ячеслав Олексійович, яку соціальну допомогу та послуги Українська морська партія Сергія Ківалова може надати одеситам саме у вирішенні питань з охорони дитинства? Це від юридичної допомоги до медичної допомоги. Тобто тут великий обсяг програм соціальних, які є в партії. Одна із найбільших проблем у нас по сохраненню здоров'я дітей, якщо ми говоримо в контексті дітей-інвалідів, да, это первое, это их доступность вообще к медицинской помощи. Второе, это их медико-социальная экспертиза и сопровождение. Это то, что мы решаем сейчас. Да? Третье, это создание для них условий для того, чтобы они себя чувствовали не ущербными и по отношению к другим детям. То есть это их социальная реабилитация. Вы знаете, что сегодня наши в международной школе сегодня проходит обучение дети, которые имеют определенные там, ограничения физические. Там, ну, то есть это дети, которые относятся как раз к категории, которых мы сопровождаем. Вот, то есть вот эти все аспекты, все. Тут нельзя разделить вот это социальное, вот это медицинское. Это так, то есть психологическая помощь, медицинское сопровождение, социальный патронаж, медико-социальный патронаж. Да? Ну, к примеру. Есть у ребенка какая-то проблема, нужно. Эти семьи, как правило, где растут дети, во многом они, в общем-то, имеют весьма ограниченные финансовые возможности. Да, и пособие на ребенка-инвалида играет большую роль. И для этого он должен пройти иногда все круги ада через все наши медико-социальные структуры для того, чтобы получить там группу. Вот. Если мама с этим ребенком пойдет по большому кругу через наши детские учреждения, то она, ну, это для них очень тяжело. Вот эту функцию мы берем. Мы, по сути, там, благодаря тем проектам, которые есть, там, университетская юридическая клиника, медицинская клиника, да, наша вот связь с Альянсом, мы все объединенными услугами помогаем этим людям пройти вот эти вот наши сложные бюрократические процедуры, ну, максимально комфортно, вы понимаете? То есть это глобальный проект. Это не то, что там занимается чем-то университетская клиника, чем-то юридическая клиника, еще кто-то, Альянс, это когда мы объединились, то есть мы понимаем, у каждого есть свои компетенции и свои возможности. Когда мы их объединяем и двигаем вперед, это вот мы получаем результат. А если бы у нас еще возможность была формировать какие-то, отстаивать программы по сопровождению там и на уровне различных советов, то это бы дало бы совершенно другой качественный скачок. В'ячеславе Олексійовичу, ви в партії відповідаєте за медичний напрям. Ось ви тільки що сказали, що дійсно бюрократична система. Чи планує партія, коли зайде в міськраду, в облраду, планує змінювати оцю систему?
Ну, мы когда сидели, у нас была большая дискуссия с общественными организациями, членами нашего альянса, потому что мы будем делать дальше, когда мы войдем в облсовет, горсовет. И мы сейчас уже работаем, да, над драфтом документа, в котором будут как раз прописаны те моменты, которые мы хотим там, при формировании бюджета на 2021 год, областного и городского, вот, уже через постоянные комиссии, которые мы будем возглавлять, это по здравоохранению, по социальной политике, как раз прописывать моменты, которые, или создать программу трехлетнюю, да, которая позволит уже нам целенаправленно, шаг за шагом, улучшать позиции всех наших членов нашей ассоциации, там, которые нуждаются в тех или иных объемах помощи, вот на уровне там города, області. Альянс захисту прав дітей. Від чого і від кого потрібно сьогодні захищати дітей? Ось таке питання. Від чого і від кого? Діло в тому, що в наших реаліях на сьогоднішній день дуже багато проблем, зв'язаних з дитинством, да? Це і вопросы, как мы уже говорили, медицинского обслуживания, это вопросы социализации и реабилитации, это вопросы психологической травмы у детей, особенно детей-переселенцев, это вопросы инклюзии и вопросы насилия в семье, жилищных вопросов. То есть тут столько много социальных вопросов, которые сейчас, вот сказать, від чого, від кого, много, работы много. Звернень, з яких проблем найбільша кількість в Одесі, от, можливо, за останній тиждень? Ну, вот за последнюю неделю были такие вопросы, по которым к нам обращались. Это насилие над ребенком, отстаивание его прав в суде, потому что сосед избил ребенка, и ребенок получил сотрясение мозга. Это вопрос алиментов, потому что мама не имеет возможности воспитывать ребенка, а отец уклоняется от алиментов. Это вопросы реабилитации ребенка-инвалида. Это вопросы детей-переселенцев. Вот последние вот те, которые на этой неделе поступили, я вам фактически перечислила. Ну и дети-сироты тоже обращались. Вы даже не представляете, насколько глубока проблема вообще в нашем обществе в целом и в городе в нашем частности. Это действительно, ну, у нас это катастрофа. От хотілося б дізнатися, як Альянс взаємодіє з державними органами опіки, службами у справах дітей, соціальними службами, чи є ця взаємодія злагодженою? Лично я вхожу в комісію по защиті прав дітей. Ця комісія в цьому році збиралась раз, я на ній присутствувала. Члены Альянса Головко Валерий Яковлевич, председатель общественной организации «Содружество», и Фют Галина, председатель общественной организации «Одесская мечта», они входят в попечительский совет при Приморской администрации. Олег Иванов, «Энергия плюс», он входит в коллегию образования, департамента образования. Но, к сожалению, они в этом году не собирались. Я не знаю, почему, может быть, нет вопросов в этой сфере. Ну вот. Вот такая вот ситуация. Поясніть нашим глядачам, куди вони можуть звернутися, якщо поряд з ними опинилась дитина, яка потребує допомоги. Ну, в первую очередь, это милиция, это служба по делам детей, это центр социальных служб, это попечительские опекунские советы, и это общественные организации и фонды, которые занимаются детством. Дякую. В'ячеславе Олексійовичу, порушення прав дитини погіршує імідж міста, держави. Як би ви визначили імідж нашого міста з огляду забезпечення прав дітей сьогодення? Ну, ви можете пройтись по многим нашим тротуарам і почувствовать, як дітям-інвалідам комфортно по ним ходити. Вы можете переходить через улицу и увидеть, какие там, где полностью отсутствуют пандусы и возможность, в общем-то, комфортно инвалидам-колясочникам переехать. Вы можете прийти в любую школу, зайти в любой класс, и вы просто увидите, сколько людей, детей там находится. Это практически очень редко, которые относятся как раз к этой категории. У нас в городе
к сожалению, вопрос дискриминации этих детей, то есть селекция происходит, да, как-то пытаются вот этих детей различные, по различным причинам оградить от других, да, и создать иллюзию. Это, знаете, как после войны там Сталин инвалидов выселял далеко за город для того, чтобы создавалась иллюзия о том, что в городе живут только здоровые, счастливые люди. Ну, это же неправильно, да. Я же говорю, что это огромный пласт общества, который сегодня нуждается. Насколько это важно для нас, насколько эта позиция остро воспринимается Украинской морской партией, говорит о том, что вот, будем так сказать, в лидирующей десятке, вот мы с Еленой идем на выборы, да, то есть мы хотим как раз вот эту проблему, да, занести вместе с собой во власть для того, чтобы ее решать. Это проблема действующей власти, власти наразі, правильно? Да. Те, що є в місті зараз. Який план подальшої взаємодії між вами та Альянсом захисту прав дитини не тільки під час виборів, а й після 25 жовтня? Чи складено план роботи на майбутнє вже? Ну, як ми вже говорили, да, у нас вже є, ми готуємо драфт документа для роботи постійних комісій по здравоохраненню і соціальної політики як обласного совета, так і городського совета. Да, для того, чтобы прописать те позиции, которые мы хотим вместе с депутатским корпусом обеспечить их соответствующее сопровождение. Это первое. Во-вторых, мы хотим, конечно, расширять присутствие различных общественных организаций в Альянсе. Да, в кооперации с кем мы хотим, в общем-то, дальше продвигать и поднимать эту проблему. Мы хотим создать современное, нормальное, гуманное, цивилизованное общество, такое, как, которое присутствует там, ну, в различных других государствах, которые мы называем как бы цивилизованным. Так, дійсно, я з вами повністю погоджуюсь. Тож сьогодні кожен може допомогти конкретній дитині, яка потребує допомоги, звернувшись в приймальні Української морської партії Сергія Ківалова, де будуть надані кваліфіковані юридичні та медичні послуги. Мене звати Василь Базавлук. Залишайтесь на телеканалі «Репортер».